основные настройки моторизированной спутниковой антенны имеют свою определенную последовательность и независимость друг от друга. То есть они очень тесно связаны между собой. Если, например, изменяется вертикальное положение опоры, то изменяется также угол элевации, может подвеса, и положение зеркала спутниковой антенны. Поэтому при установке модуля подвеса необходимо все настройки делать сразу, как можно точнее. В противном случае придется возвращаться на изначальный этап, повторять все в той же последовательности. В процессе установки модуля подвеса и дальнейшей его настройки главной задачей является то, чтобы сама дугообразная траектория крепления спутниковой антенны во время ее поворота достаточно точно совпадала с такой же дугообразной траекторией цепочки видимых спутников. Чтобы этого добиться, нужно, во-первых, выяснить положение опоры, на которой в дальнейшем будет установлена спутниковая антенна, модуль-подвесность, строго вертикально по отношению к горизонтальной поверхности Земли. Во-вторых, отцентровать зеркало спутниковой антенны по отношению к коленообразной трубе или к хоботу модуль-подвеса. Третье. Поставить угол элевации модуль-подвес, после чего настроить модуль-подвес с уже установленной на него спутниковой антенной на геостационарный вид. Именно в таком порядке определяется общая последовательность действий установки на руки мост подвеса.